Всем привет! Давайте разбирать третий выпуск шоу «Холостячка». Но прежде чем мы начнем фантазировать, что же мы увидим в следующем выпуске, давайте обсудим наряд Златы Огневич на церемонии роз. Это же ужас! Вот реально просто не могу промолчать об этом. Конечно, поздно уже писать свои какие-то комментарии и наставления в Инстаграм «Холостячки» или в Ютуб, потому что шоу уже снято, но то, что стилисты были совершенно другие, чем у Ксении Мишиной, это факт. Уверена, что все помнят, какая была на каждой церемонии роз Ксения. Вот просто изысканная. Ну то, что на Злату нацепили. Но других слов нет, нацепили. Но это кошмар. Напишите в комментариях, думаете ли вы так же, или же для вас это был стильный лук. А то желтое платье, которое на нее одели во время конкурса танцев, просто подчеркнуло все недостатки ее фигуры. В жизни Злата сама одевается намного круче, чем ее одевали стилисты. Так, все, стилистам ноту протеста высказали, теперь переходим к третьему выпуску. Чего же нам там все-таки ожидать? Судя по тизеру, который нам представил канал СТБ, выпуск будет насыщенный активностями и не всегда безопасными. Мужчины наперебой начнут показывать свои стильные стороны. Злата захочет поделиться с мужчинами своими увлечениями. И вот здесь, конечно же, смогут себя проявить Олег Плохотнюк и Павел Богда. В тизере показано, что будет скалодром. Насколько я знаю по Инстаграм, очень любит скалодром наш стоматолог Роман Васильев. Но сомневаюсь, что он будет на свидании, поскольку уже у них свидание состоялось. Хотя это, в принципе, может быть и их индивидуальное свидание, ведь индивидуального-то еще не было. Но почему-то больше всего из тизера мне показалось, что вот эти все активности будут на групповом свидании. Павел Богда вообще будет делать и Златы Огневич, Тринити Матрица. Также покажет Злате Огневич некоторые трюки, как на самом деле дерутся в кино, и научит ее некоторым трюкам. Думаю, Злате невероятно это понравится. Остается загадкой, с кем же Злата будет кататься на мотоцикле, потому что три мотоциклиста, которые приехали к ней навстречу, они уже покинули шоу. Опять предполагаю, что возможно все-таки с каскадером Павлом Богдой. А вот еще на одно свидание пойдет Олег Плохотнюк, с которым, как мы видим по тизеру, они будут ловить рыбу. Но опять-таки мне показалось, что это свидание не будет индивидуальным. Почему Олег опять пошел на свидание? Скорее всего, что Злата все-таки сомневается в нем, в его искренности, в его красивом поведении на крыше и хочет еще раз убедиться, что же он собой представляет. Но почему-то мне кажется, что этот изворотливый жук и здесь постарается убедить Злату, что он не развязный и похотливый, а вообще большой джентльмен. Рано или поздно правда выйдет наружу. В этом выпуске и мужчины, и Злата откроются по-новому. Злата поймет, что может абсолютно сделать все, а мужчины будут в восторге от того, как Злата справляется со всеми сложными заданиями. В общем, мужчины со Златой станут еще на шаг ближе. А вот по поводу того, кто выбудет из этого шоу. Я в прошлом анонсе прогнозировала, что уйдет Богдан Коломейко. Но нет, он еще остался. Но сотрудники, которые работают с Богданом Коломейко, утверждают, что он пробыл на проекте где-то приблизительно 2-3 недели. Возможно, в этом выпуске шоу покинет именно он. А возможно, он будет и не один. Что ж, посмотрим. А вот еще одна интересная информация. Оказывается, что если мужчины хотят, чтобы свидания были крутые и классные, они их оплачивают сами. Со своего кармана. Странно, у девочек таких информации не наблюдалось. Это относительно того, почему Игорь Присяжнюк покинул шоу в прошлом выпуске. Видимо, увидев, насколько сильная конкуренция, и поняв, что он проигрывает среди этих мужчин, он просто не захотел тратить деньги. Поэтому и озвучил, что шел ровно на неделю, поскольку мы знаем, что первая вечеринка абсолютно бесплатная для мужчин. Ох, думаю, те женщины, что были в восторге от Игоря, сейчас на него посмотрели совершенно другими глазами. Ну что ж, каждый раз мы что-то узнаем новое про холостячку. А мне интересно, по вашему мнению, кто покинет шоу в третьем выпуске? С вами была Сплетница, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.